Приветствую всех, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Комар, и я не знал, что поставить на фон, поэтому поставил мой лого. И сразу говорю, много времени я у вас снять не могу, поэтому просто небольшая информация по поводу воскресного командора. Вас, наверное, интересует, почему же в это воскресенье не вышла четвертая часть воскресного командора. Я отвечу вам. В тот момент у меня произошли технические палатки, Если кому интересно, у меня слетели кодеки. Такие штуки. Это что-то вроде драйверов, которые кодируют информацию для просмотра ее или же монтажа и так далее. Так вот, они у меня слетели. Я их уже успел заменить, но сегодня произошла еще одна трагическая ситуация. В общем, я опять серьезно заболел. У меня температура 38, я лежу, ничего не могу делать. Вот еле-еле дополз до компьютера, чтобы снять для вас это видеообращение, новость. В принципе, это все, поэтому что же судьба воскресного командора четвертой части? Скорее всего, она будет в следующее воскресенье. Я приношу свои искренние извинения перед моими подписчиками и лично перед Gas Powered Community и лично перед Игорем Супримовым, потому что, ну, он со мной связался в тот день, когда мы заключили соглашение, первый раз познакомились, и я его так подставляю, наверное, потому что у нас четкий договор, что каждое воскресенье воскресный командор, и я сам тратил все свое время, то есть я последнее воскресенье практически полностью провел в поисках этих кодеков, и уже поменял их, и вот такая вот ситуация произошла, что я заболел, и сейчас ни о чем не могу думать, вообще у меня слова путаются, наверное, вы это уже успели заметить. В принципе, это все, еще раз большое прошу, искренне прошу прощения перед подписчиками и Gas Powered Community. Скорее всего, я так планирую, четвертая часть воскресного командора выйдет в следующее воскресенье. Что ж, в принципе, это все. С вами был Комар. До свидания.